Воу. Всем здорово, чуваки, с вами я, Золото, и сегодня я вам расскажу, что такое медиа-хоккей, будет ли медийная хоккейная лига и какие уже существуют медиа-хоккейные команды. Погнали! Итак, в медиа-хоккее существуют три основные касты: Hockey Brothers, NBSK, Hockey Friends. Также, конечно же, есть еще две команды, Horse Media и Ice Team, которые наступают им на пятки и усердно развиваются. Будет ли медиа-хоккейная лига? Главный вопрос. Сегодня, на момент записи 20 января, Кач, продюсер Hockey Brothers, вывесил такой пост в своем телеграм-канале. Кач пишет, что они создают свою медиа-хоккейную лигу. У Hockey Brothers главный спонсор FunBet, так что я думаю, что FunBet будет финансировать данную медиа-лигу. Мы не знаем, сколько FunBet выделит на ее создание, 150 миллионов или 150 тысяч, так что про уровень и качество медиа-лиги мы пока сказать не можем. Итак, вернемся на несколько месяцев назад. Николай Осипов в своем телеграм-канале поделился, что Hockey Brothers будет первым участником медийной хоккейной лиги. А это значит, что, может быть, и Николай Осипов как-то поможет с созданием медийной хоккейной лиги. Ну, у него уже был опыт в этом вопросе, и хоккейную лигу, я думаю, и составит труда создать. Ну, или составит, не знаю. Ну, если под этим видосом вы наберете хотя бы соточку пальцев вверх, тогда мы сделаем вторую часть. С вами был Золтан, и это был краткий обзор на медиа-хоккейную лигу и ее дальнейшее существование. Всем пока!